Привет, друзья! Хочу с вами поделиться своим опытом, как я бросил курить. Курю я 20 лет, пытался очень много раз бросить курить, но никак все не получалось. Ну, как вы видите, у меня на столе лежит электронная сигарета. Значит, вот такую я вот купил в Китае, Ego T. Значит, что могу за нее сказать? Если зарядить сюда жидкость и курить, порядка, ну, можно сказать, как две сигареты. Значит, хватает ее буквально минут на 10-15. И, значит, и нужно опять выкручивать и заряжать ее постоянно. Это очень неудобно. Это одно. Во-вторых, очень слабый идет отсюда пар. Ну ладно, а тоже отошли от дела. Значит, бросал я курить сначала вот с такой сигаретой. Когда хотелось курить, я дымил именно вот эту сигарету. Ну, что могу сказать, что от нее мало идет пара, но накуриваешься, мало идет пара. И, ну, приходится курить порядка 5 минут, чтобы ощущение покурить полностью исчезло. Курил я такую сигарету буквально неделю, надоело мне, купил я вот такую вот сигарету, тоже китайского производства, но это очень качественная сигарета. Электронная, не знаю, как она, может, еще не сигарета называется, может, кальян какой-то. Удобная, во-первых, зарядка у нее здесь, USB, микро-USB. Показывают, когда она заряжена, когда разряжается, когда заряжена полностью. Значит, вот мы видим, синий цвет идет, это она полностью заряжена. Идет очень мощный, передает очень мощный аромат данной жидкости. Я поначалу использовал, ну, вот такие вот я жидкости брал большие. Поначалу использовал я именно сигаретные, Marlboro, там, кто какие любит. Кстати, вот это передает очень хорошо именно вкус. Данная сигарета тоже аромат передает, но не так. Значит, что еще хочется сказать. Перешел я буквально 3 недели назад на эту сигарету, плюс неделю курил. Вот 4 недели я не курю. И сигарету уже курить вообще не хочется. Даже запах уже именно табачный уже плохо переносится. Ну, давайте немножко поговорим еще об вот этих девайсах. Просто хочу немножко рассказать, бо когда я купил, допустим, эту сигарету, когда купите, тут, ну, в принципе, разобраться несложно. Значит, она вот так вот выкручивается. Вот. Сейчас я возьму зарядное, покажу. Вот такое вот зарядное с ней идет. Вот оно вот сюда вот вкручивается. Ну и вставляется в любой USB и заряжается. А что касается вот данной, вот этой сигареты, да, здесь, конечно, мощная батарея, которая хватает на 2 суток. Ну, в относительном курении. Если вы очень много курите, вам хватит на сутки 100%. Значит, какие у нее еще здесь плюсы? Здесь регулируется поток воздуха, который вы вдыхаете. Можно сделать, как будто вы сигарету тянете, если вы привыкли как к сигарету. Если вы уже отвыкли от сигарет, просто можно тянуть напрямую, регулировкой подачи больше кислорода. Так, значит, данную сигарету я тоже купил и сразу не понял, как, куда ее, что и заливать. Вот смотрите, так, вот мы выкручиваем, вот сама батарея. Вот здесь имеет отверстие для охлаждения аккумулятора, наверное. Так, вот так вот она разбирается. Вот. Вот это идет отдельно в комплекте, именно нагреватель. Их 2 в комплекте идет, 0,5 Ом. Вот. И данная жидкость наливается именно вот сюда. Вот, ну сейчас еще закрутим. Вот. Значит, выполнено оно полностью из нержавеющей стали. Вот. Вот так вот оно все собирается. Вот сейчас посмотрите, как данная сигарета дымит. Давайте мы сперва на вот этой покажу, как идет дым.
Кстати, если будете на вот такой бросать, будете, ну, хотите сэкономить деньги, лучше тогда покупайте сразу жидкость покрепче, а и переходите плавно на более-менее никотиновые, менее крепкие, до нулевки. Если вы купите просто сразу, там, допустим, 3 миллиграмма никотина, в данном сигарете вы практически не будете ее чувствовать. Если вы в этой купите такую, это в этой будет крепко. Можно даже и полторушку брать. Вот смотрите, как вот это работает. Вот мы слышим, шипит она. Вот, вот такой вот дым из нее идет. Или пар. Вот, а теперь смотрите, как это работает. Ну, вы видите, какой дым, пар. Вот. Так что, я же говорю, я курил 20 лет, пытался бросить очень много раз. Но с вот этими девайсами я и бросил. И теперь я даже уже курю и редко, ну, как сказать, как бывает праздник какой-то, хочется сигаретку потянуть. И это очень спасает. Или там на рыбалку, или на природу. То многие думают, что и вот я буду ехать на рыбалку или на природу, и как я буду без сигарет. Это будет очень даже легко, и вы даже забудете, и вы не захочете больше курить. Ну что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.